Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги. Всякий раз, когда ты стоишь перед выбором, будь внимателен. Не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почетно. Выбирай то, что находит отклик в твоем сердце. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия. Никому не отвечай, когда ты зол. Ничего не обещай, когда ты счастлив. Никогда не решай, когда ты грустен. Мудрого человека невозможно оскорбить, потому что на правду обижаться нельзя, а неправда не стоит внимания. В те моменты, когда тебя душит отчаяние, когда тебе кажется, что у тебя ничего не получится, что невозможно ничего сделать, вот знай, только в такие моменты ты по-настоящему идешь вперед. Иногда наши самые большие разочарования служат для того, чтобы мы обратили свое внимание на Господа. Все, что я имею сегодня, было подарено мне Господом. И нет в моей жизни такой проблемы, которую бы мой Бог не помог мне преодолеть. Доброе утро, мой драгоценный друг!